сейчас находимся в автобусе по дороге в Оксфорд. Мы увидим столько всего, увидим старый университет, увидим много университетов. У нас будет целая прогулка по Оксфорду. Хотите шок вашей жизни? Университета Оксфорд не существует. Просто его просто нет. В Оксфорде это как огромная площадь. Много разных университетов в Оксфорде, но самого Оксфорда в Оксфорде нету. Я знала, что там много университетов, но я думала, что посередине там большой Оксфорд, а потом В общем, я всегда думала, что есть большой университет Оксфорда, вокруг него много маленьких университетов, но там вообще Оксфорда нету, его просто нету. Там вокруг просто много маленьких университетов. И нас ждет walk tour по всем им. Что ж, мы сейчас находимся в Оксфорде, нам уже провели тур по Оксфорду, все такое. Через полчаса у нас встреча, чтобы пойти в дайвинг рум от Гарри Поттера. Orion, auf jeden Fall, Orion ist ein Kino. Und da waren wir gestern, aber nicht in Oxford. Und da vorne... Хорошо, что я заговорила по... Мне очень нравится архитектура, и тут очень много велосипедов, потому что в Оксфорде очень много, больше велосипедистов и велосипедов, чем машины, и это очень хорошо. И это мне нравится. Посмотрите на это. Пришли к Dining Room, то есть Christchurch College, который называют просто Christchurch. И нам сказали подождать еще 40 минут, так что мы пошли прогуляться тут в районе парка и реки Thames. Это вроде как должна быть Thames. И посмотрите на эту воду, почему она желтая. И да, я в одной перчатке. Да, тут много гусей, уточек и сильный ветер. Хотя пойдет. Мои друзья, походу, не любят гулять, так что я пошла прогуляться сама. Вдоль реки. Да, я себе тут кажусь еще более бледной, хотя если сравнить с перчатками, я не такая же бледная. Представляешь это все? Даже не верится. Просто не верится, что мы сейчас здесь.